Комфортная городская среда, дворы без ям, безопасные дороги. Эти и другие программы в сфере благоустройства успешно действуют на территории Ангарского городского округа. Для их реализации необходимо активное участие собственников. Чтобы помочь людям разобраться в деталях, был запущен новый проект. Подробности узнавали наши корреспонденты. Если у вас будет достаточно активности, если у вас будет достаточно желания, вы можете совершенным образом изменить среду вокруг себя, качество жизни себя, своих детей, своих соседей. И я думаю, что, наверное, это процентов на 50 точно зависит от вас. Старшие по домам, председатели ТОСов и активные ангарчане, десятки человек приняли участие в семинаре-совещании, посвященному новому проекту жителей многоквартирных домов. Он направлен на помощь горожанам в решении целого ряда вопросов. Основные цели и задачи, получается, вооружить наших активных жителей, председателей ТОС, старост, старших по домам, по подъездам, вооружить их знаниями, умениями, навыками работать с управляющими компаниями, с администрацией муниципалитетов, для того, чтобы и в доме было хорошо жить, и вокруг дома было хорошо. Мероприятие направлено на консультирование, обучение и обмен опытом в сфере ЖКХ. На таких встречах специалисты будут отвечать на вопросы и рассказывать о нюансах разнообразных конкурсов и проектов. Также присутствующие узнали о функциях, задачах и полномочиях службы государственного жилищного и строительного контроля Иркутской области. Подобные обучающие встречи будут проводиться регулярно. Кристина Пермякова, Олег Левченко. Местное время.